Под этим указом он подписывается: бомбардир, капитан Петр. Сегодня в домике Петра Первого прошло мероприятие для кадетов 11 К-класса из Центра образования номер 23 «Созвучие». Экскурсия приурочена к приближающемуся празднику – Дню защитника Отечества. Мы сегодня в канун 23 февраля, Дня защитника Отечества, поговорим с ними и в период экскурсии, и, собственно говоря, в ходе так вот бесед о значимости патриотизма, любви к Отечеству, любви к истории, нравственности. Ребятам рассказали о победах русского народа во время правления Петра I, а также о боевых действиях в Афганистане со времен персидского похода императора 1722-23 годах и до войны, которые советские солдаты выполняли интернациональный долг. Я считаю, во-первых, надо воспитывать дух такого патриотизма, главное для детей. Россия должна быть такая вот патриотичная страна. Конечно, немногие ее уважают, но все равно, чтобы такие мероприятия проводились, надо. Мы ходили в прокуратуру Луганской области с классом, ходили в музей МВД. В домик Петра Первого мы впервые пришли. Патриотическая акция «Неделя мужества» проводится при поддержке Общественного совета УМВД России по городу Вологде среди кадетов и учеников других классов. 15 февраля по 23 февраля УМВД России по Вологодской области проводит патриотическую акцию «Неделя мужества». Основными задачами данной акции является это воспитание патриотизма у молодежи города Вологды. Соответственно, рассказом о службе в органах внутренних дел, поднимаем престиж службы в органах внутренних дел, правосознание у молодежи, ну и призываем к защите нашего Отечества. В рамках акции также проводятся мероприятия для школьников, которые не учатся в кадетских классах. Для них организуют уроки мужества, профилактические беседы по безопасности дорожного движения и другие мероприятия. Анастасия Туганова, Михаил Протасов, Вологда РФ.